Медалями за отвагу наградили двух сотрудников МВД Почувашии. К сожалению, посмертно. Памятная церемония прошла сегодня в Доме правительства. Старшина милиции Сергей Фомин и майор милиции Валерий Сидоров погибли при исполнении служебного долга в 2005 году в Чечне. Их автомобиль сопровождал раненых, когда боевики совершили нападение. С момента гибели сотрудников милиции прошло более 13 лет. Но память о них навечно вписана в истории органов внутренних дел. В МВД Почувашской республики не забывают о погибших коллег. Всегда заботятся об их родных, близких, оказывают им помощь. Государственную награду за проявленное мужество и отвагу глава Чувашии Михаил Игнатьев вручил вдовам погибших. Мужество сотрудников силовых органов, их беспримерная храбрость, самоотверженность, патриотизм – это те качества, которые особенно ценятся в нашем обществе. Для нас это залог безопасности, стабильной общественно-политической ситуации. Сегодняшняя государственная награда – это признание подвига наших соотечественников.